Кумиру одесситов, легендарному игроку черноморца Константину Фурсу открыли памятник на Северном кладбище. За свою футбольную карьеру он сыграл 210 матчей и забил 83 мяча. У могилы звезды одесского футбола середины прошлого века собрались почтить память игрока одноклубники, ветераны и молодое поколение будущих футболистов. Хоть это легенда, легенда одесского футбола. Одесса шла, значит, на Котю посмотреть, как он забивает мячи, как он играет. Вот, значит, я помню, значит, такой был момент по жизни. Мы начинали играть с ним в «Металлурге», да, и, значит, первенство Украины, играли мы на центральном стадионе с Керчью. И в этой игре Котя забивает 5 мячей, 5 или 6 мячей. Вот, а Одесса искала нападающего. И где-то через неделю, через две, да, уже, значит, Котя Фурс уже играл за основной состав пищевика. То есть его приглашали такие команды, как «Московская Динамо», вот, но и многие другие команды, но он решился, решил он остаться в Одессе, и вот по сей, говорится, отдал на футбол одесском где-то на лет 10. Он мог забить ухом, носом, пяткой, косточкой какой-то. Ну, чутье было у него великолепное, конечно. Константина Фурса не стало в 87 году. Спустя 20 лет со дня его смерти работники Северного кладбища отыскали могилу, подняв регистрационную книгу, содержащую данные обо всех захороненных на данной территории. Благодаря усилиям областной федерации футбола и небезразличным одесситам, только спустя 10 лет удалось соорудить памятник из гранита с изображением форварда. Я приехал когда по своим делам здесь, и зашел к Бибергалу, и мы сидим, а он говорит: ты представляешь, Володя, вот не могут найти Костик, так бы хотелось найти Котю Фурса, где он, что он. И я говорю, прошло дней 10, он мне уже звонит и говорит: нашли. Первое, плохо искали. Это раз. Второе, ну действительно, здесь трава, вы знаете, как на любом кладбище, если за могилой не ухаживают, значит, это бесхозный участок. Он был, хорошо при нем были документы, он не был похоронен как неизвестный. По мнению ветеранов, эта история станет показательным примером для детей. Юные футболисты вспоминают, гордятся и берут пример, в том числе со звезд отечественного футбола. Не то, что сейчас упал, все симулирует, там штрафной, пенальти. А раньше упал, поднялся, побежал дальше.